В инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Бреста нашей съемочной группе пояснили, да, налог за владение собаками есть. В Беларуси он существует уже не первый год. Впрочем, это мировая практика. Обязанность его уплаты возложена на владельцев животных. Следует отметить, что объектом налогообложения признается владение собаками в возрасте от 3 месяцев и старше. Уплата данного налога производится плательщиками путем внесения сумм налога организациям, осуществляющим эксплуатацию жилфонда. Вышеназванная организация затем осуществляет перечисление средств в бюджет и предоставляет информацию об уплате в налоговые органы. К примеру, за прошлый год в Ленинском районе Бреста было получено порядка 3 500 рублей. Куда идут эти деньги? В числе прочего, на проведение санитарных мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных. Процедура, необходимая для безопасности, надо отметить, не дешевая. Ставку налога определяют советы депутатов. Ставка за владение собаками устанавливается в размере 0,3 базовой величины, или же 7 рублей 35 копеек за налоговый период. Это за собак, которые не включены в перечень особо опасных пород. Если четвероногий друг представитель породы потенциально опасный, то ставка будет выше 1,5 базовых величины за налоговый период. Напоминаем, налоговым периодом признается календарный квартал.